Здравствуйте! Сегодня я приготовлю сладкие пирожки на скорую руку. Муку смешаю с разрыхлителем и солью. Творог протру через дуршлаг. Добавлю растительное рафинированное масло, яйцо, сахар и ванильный сахар. Хорошо размешаю, пока сахар полностью не растворится. Добавлю мучную смесь и замешу тесто. Накрою пленкой и оставлю при комнатной температуре на 30-60 минут. У слив удалю косточки. Тесто разделю на две части. Каждую раскатаю в круг диаметром приблизительно 25 сантиметров. Разрежу на 8 сегментов. В узкой части каждого сделаю по 3 надреза. На широкую часть сегмента выложу половинки слив и сформирую пирожки. Перенесу на бумагу для выпечки. Разогретую до 190 градусов духовку ставлю противень на средний уровень и выпекаю 15 минут. Пирожки полностью остужу и посыплю сахарной пудрой. Эти пирожки можно готовить с вишнями, абрикосами, персиками или яблоками. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями. С вами была Ирина Подолян на канале «Приятного аппетита».